Когда за 9 дней посетили мы на автобусе, ну, Европа маленькая, там едешь, как мы отъехали вот от Красноярска, до нашего города, до Красноярска, никаких этих постов ГАИ, КПП и границ. А вот мы и въехали в Галат, да, ты не заметил. Так близко они находились. Близко друг от друга, и, в общем-то, поразило своей чистотой. Так, дети, что еще хотите задать Полине? Какие вопросы? По-моему, дети уже... А вот название, оно сразу приходит или потом бывает? Название картины? Ну, сейчас. Сразу, да? Сразу, как рабочий момент. Может меняться, нет? Бывает. А самый любимый? Или то, что последний сложилось? Или то, что еще не родилось? Что впереди? Танец. Вот танец прям вообще. Вот у меня уже есть там читательницы, которые вот уже несколько раз приходили, ну не могу прям их оторваться. Вот прям так столько чувств, символ вот этот, из темноты, вот свет, вот, говорит, прям вот. И еще очень многим понравилось вот там «Под дождем». «Под дождем». О, они вообще реально посмотрим. Вообще говорят, вот одна написала, сама она тоже пишет. Она написала, это шедевр. Да. Мы так ими как-то... Пойдем туда, пойдем. Потом всех вместе сфотографируйте на память, и чтобы мы у себя там оформили, мы там оформляем. Ну и как-то всегда подошли, показывают свои, это мы стоим там. Вроде бы как это, думаю, ну надо же, чтобы у меня что-то запомнилось, так